Первый зампред Мособлдумы от фракции «Единой России» Лариса Лазутина вместе с депутатами от «Единой России» Павлом Чмурлиевым и Ириной Грабарчук проверили ход строительства новой школы в Немчиновке. Сейчас на объекте монтируются системы тепло- и водоснабжения, наружные сети и внутренние системы. Задействовано более 100 строителей и около 10 единиц техники. В ближайших планах – благоустройство территории.